Я присоединяюсь, вот то, что вот вы сейчас прочитали все это. Но здесь у нас есть один очень серьезный такой вопрос, от чего вообще все это возник. То есть последние, с 18 года, у нас день за днем возник очень серьезные вопросы. И мы сегодня здесь собрались, и практически мы пытаемся восстановить то, что продолжает разрушать нынешняя власть, скажем такой. Я просто воспользуюсь случаем, учитывая вот сегодняшние времена, которые вот это творит сейчас в Армении, очень тяжелые, трудные времена, я прошу всех, мы очень часто упоминаем слово «Арцах», потеря Родины, то есть арцахцев, которые сейчас здесь находятся, да, по ошибке, по предательству вот этой власти, которая вот непосредственно это был свидетелем и содействовал вместе, то есть, потому что здесь другого и нету как бы. Давайте вот используем случай, сколько представителей здесь есть, тоже объединимся. У нас есть сегодня возможность остановить этих, ну, я не знаю, каким словом еще назвать-то. После, то есть можно назвать, то есть извержение власти или смена власти, мы можем все, что мы сейчас здесь говорим, заново восстановить союзнические братские отношения и с Россией, и с Белоруссией, и вообще то, что у нас было, как мы жили раньше. Сегодня мы видим основную причину. Давайте признаваться, основную причину нынешней власти. У нас сейчас дальше, чем дальше, тем возникают очень серьезные вопросы. Мы столкнулись еще более серьезными вопросами, пока это власть, потому что это исполнитель, это продажный, там ничего не, про армянского ничего нету. Просто используя случай, я прошу всех очень серьезно взять вот сегодняшние времена, и каждый с нашей стороны, давайте вкладываемся, каждый в свою лему, остановите вот эту угрозу, остановим, и мы сможем. Армянский народ сильный народ, армянский народ мудрый народ. У нас, пожалуйста, история, прочитайте все, каждый детально, у нас рождаются вот эти победы. Но победа, она именно объединенности. Что нас мешает консолидироваться? У нас угроза потери страны. Давайте проснемся, давайте на самом деле присоединимся, где есть вот эта борьба. Остановим вместе со всеми вот этот позор, который сейчас происходит у нас в стране. И тогда и Арцах сможем восстановить, тогда и можем свою честь и достоинство восстановить. И тогда вот эти все исторические моменты мы можем, как говорится, отмечать достойно и как надо. Мы другой народ, что происходит-то? Я прошу всех просто всерьез взяться, каждая своя организация, каждая своя личность, которая из себя, малейшие возможности есть, вкладывайте в сегодняшний день. Завтрашний день она не нужен будет, именно сегодня надо. Спасибо вам большое.